В преддверии Дня космонавтики в Люберцах прошел традиционный детско-юношеский турнир по быстрым шахматам «Кубок Гагарина». Соревнования проходили в течение 2 дней и собрали более 100 спортсменов. За игрой юных гроссмейстеров наблюдали и мы. Этим ребятам едва исполнилось 10, но они уже мастерски играют в шахматы. Для них это не просто игра, а интеллектуальные соревнования, где успех зависит от способности просчитывать несколько ходов вперед. Мой дедушка научил играть в шахматы. Я занимаюсь шахматами с 6 лет, уже 4 года. Мне они очень нравятся. Мне нравится продумывать разные стратегии и планы, как поставить мат. Поставить шах и мат в 3 хода не составит особого труда. Они научились просчитывать тактические варианты и действия соперника. Интеллект – это очень важное в жизни человека. И, по-моему, я думаю, что родители, которые задумываются над будущим своих детей, всегда отдадут ребенка в кружок шахмат, тем более у нас здесь много есть секций шахмат в Люберцах. Занимается порядка, может, около где-то с 500 детей. Турнир по быстрым шахматам проводят в Люберцах более 10 лет. В этом году он собрал 140 участников из разных городских округов Подмосковья. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.